Хазан и Фазилет шокированы, заметив отсутствие Дже. Они накидываются на Хазыма с требованием сказать, где она. Отсутствие Дже воздвигает стену между Хазан и Фазилет. Фазилет убегает к Кудрета, неосознанно подвергает опасности и себя, и Ясамин. Хазан решает использовать тактику матери и своими действиями заставить Ягыза пережить самый большой шок в жизни. Синан эмоционально давит на Хазан, что очень тяжело ей переносить. 48-я серия выйдет в эфир 25 мая в 20:00 по московскому времени на канале Star TV.